Всем привет! Это опять я. Я! Снова я. Так, спасибо всем за комментарии, которые были написаны во вчерашнем ролике. Кто не смотрел, возвращаемся. И, конечно же, всех с первым днем весны. Поздравляю вас с счастьем, тепла вам в душе. Но мы продолжаем нашу рубрику «Худеем к лету. 14 недель». Цель была за 15 недель 13 килограмм. Ставим цели дальше. Ну и, как всегда, 5 минут расскажу, что было на этой неделе. Фух, на этой неделе было весело. Что ела, что пила, как говорится. Как тренировалась. Чего достигла. Сделаем замерчики. И потом, кто со мной на тренировочках, кто нет, выключаем видео. Итак, питание. На этой неделе мне было тяжело. Скажу честно. Я как раз попала на тот период, когда пару дней просто я лежала, смотрела в потолок и думала о еде. Притом, это было настроение такое, знаете, хочется, как там говорят, мороженка, пироженка и кого-то убить. В общем, мне все время, я не могла ни о чем думать, кроме еды. Но это бывает раз в месяц у всех женщин, я думаю, вы меня поймете. Но я выдержала, мне было все равно, это было не мороженое, не пироженое, я просто тупо хотела есть. Думаю, как же так, я ж пообещала, ну как я могу, нет, выдержала. Ну и Анюта съели мы с Валерой, это, наверное, во вторник или в среду, это было после тренировки, часа в 3 дня, съели мы птичек напополам, ну Лиску угостила. В общем, попробовали мы эти прянички, вкусные, очень вкусные, какие-то, мне кажется, они даже не калорийные, ну, я так себя успокоила. Это и было единственное нарушение. Так у нас все было вареное, ничего жареного, ничего, никаких солений, никаких копчений, никаких консерв, ничего. Просто вареные продукты, это каши, мясо, рыба, овощи, ну, из фруктов яблоки, апельсины, ну и все, как бы так. Значит, по тренировкам. Тренировалась я... Это в пятницу я делала отчет. То есть, получается, стартовали мы с 18 февраля. Сегодня 1 марта, 11 день. За 11 дней на правильном питании, ну, один день в неделю, вы знаете, я кайфую по полной программе. В общем, у меня ушло 2 килограмма, вы представляете? Но я, если честно, думала, что на этой неделе вообще ничего не будет, потому что, мне кажется, я просто как-то налилась. Ну, не знаю. Но на весы стала, смотрю, минус 2 килограмма. Так что мы не отстаем пока от цели. Как бы я считаю, это нормально. 11 дней, минус 2 килограмма. Неважно, что это вода. Потому что я вот буквально на днях узнала, что максимальная скорость расщепления жиров в организме за неделю от пол до килограмма. Не знаю, правда это или неправда. Так, по питанию сказали. Значит, получилось у меня минус уже 2 килограмма. Так, по тренировкам. Значит, в субботу я сделала сама тренировочку, потом же для вас записывала, хотела вот эти упражнения маленькие выкладывать, которые никому не стали интересны, начали писать гадости. В общем, убрала я их, буду показывать вам четко раз в неделю. То есть сегодня вечером в пятницу, и сегодня пятница, кстати. Погода не весенняя. У нас, как и вчера, был грязь, ветер, я смотрю, деревья шатают в окошко. То есть в пятницу, в субботу я буду выкладывать вам отчет за неделю. То есть у нас уже остается с вами 14 недель, 13 недель, да, получается? Ну, это 14 недель, остается у нас 13. И лето! И мы там будем все, короче. Так, по тренировкам не сказала. Значит, в субботу я сделала 2 тренировки, в воскресенье я вообще ничего не делала. Потом в понедельник у меня была часовая кардиотренировка, во вторник у меня была часовая силовая тренировка. Это были утяжелители, гантели. Потом в среду я уже не чувствовала ни рук, ни ног. Я делала пресс, планки, все. В общем, у меня обошлось 40 минут. Потом в четверг, вчера у меня была опять кардиотренировка часовая. И сегодня я уже сделала 35 минут с гантельками, разминочку сделала. Ну и сейчас мы с вами в реальном времени будем делать другую тренировку. Так, а замеры? Идем на замеры. Вы мои замерители, вы смотрите, говорите, где-то изменилось, не изменилось. Мне кажется, не изменилось. Но я буду, наверное, делать так. Вот 18 февраля мы стартовали, 18 марта я сделаю разные видео. Посмотрим, ну, в одном кадре будем смотреть,
изменилась или не изменилась, потому что у меня вообще вес такой уникальный, и на внешний вид меняюсь, я тоже уникальна. Я могу в вес уходить, может уйти 2 килограмма, 3, а на внешний вид я могу выглядеть, как будто у меня 6 килограмм ушло. Ну, в общем, не важно. Идем на замеры. Вы мои глаза, смотрим, пишем комментарии. Замерчики сделали. В общем, вы пишите тоже, кто там на правильном питании, кто тренируется, кто что делает, какие результаты. Это же интересно, у нас будет как с вами группа поддержки, игра такая интересная. В общем, кто еще ленится, встаем с дивана и делаем упражнения вместе со мной. Сегодня я не под музыку, сегодня я буду с вами тренироваться, буду рассказывать. Мне тоже очень тяжело, поверьте, после даже вот недельной тренировки у меня болит все. Опять же, сегодня я уже тренировалась. И сейчас мы будем с вами делать эти упражнения, которые я хотела вам показать. Очень хорошие упражнения для шеи, для спины. Главное делать их правильно, не переусердствовать. Вы должны себя чувствовать, вы должны понимать. Если у вас что-то не получается, замените это другим упражнением. Ну просто что-то делайте. Вот вы потом почувствуете, как прям с вас энергия будет. Сначала будет тяжело, очень тяжело. Я даже когда начинала, вот у меня был большой перерыв из-за шеи нестабильности. Я, наверное, год не тренировалась. Да я 5 минут и все, у меня ноги не поднимались, я сознание теряла. Сейчас, тьфу, слава богу, дай богу, добрый путь. У нас еще цель 12 килограмм, впереди 14 недель, 13, 4, 12 килограмм, ну, в общем, не важно. Мы идем, это игра, не надо сходить с ума, не надо там ограничивать себя сейчас очень сильно. Сейчас весна, сейчас у всех будет авитаминоз, витаминов практически не хватает, главное не заболеть, поэтому... Потихонечку, по чуть-чуть, кто тренируется, кто правильно питается. В общем, присоединяйтесь, друзья. И гоу на тренировку. Поехали. Очень хорошие, еще раз повторю, упражнения для всего тела и в особенности для позвоночника и шеи. Все, вперед. Так. Ну что, готовы? Я со шпаргалкой. Мой телефон у вас. Вы на меня смотрите. В общем, выписала всю тренировочку. Сначала разомнитесь, обязательно разомнитесь. Попрыгайте, прыжочки сделайте, понаклоняйтесь, а потом на тренировку. Все, поехали. Будем с вами выполнять все упражнения в реальном времени и тренировать. Сейчас мы шпаргалку тут положим. И упражнение number one. Так, встаньте только, чтобы вам было всегда поудобнее, чтобы вы не... Считались туда-сюда, а были как устойчивый, втянут живот, ровная спина, ровные колени. Самое главное. Все, 20 раз. Складочка. Встали в планочку. Примерили, как вы будете прогибаться. Потянули спину, ноги. Расставьте пошире. И поехали. Раз. Главное, дышим. Здесь должна играть музыка. У меня тоже, кстати, хрустит в позвоночнике что-то, не бойтесь. Все проверяем на себе. Хорошо, сделали 20 раз, не получается 15, не получается 10, не получается 5.
И приступаем к следующему упражнению. Так, следующее упражнение. Сейчас я тут музыку включу. Так, упражнение номер два. Так. Вообще, самое лучшее упражнение, у кого, как у меня, проблемы с шеей и спиной. Встали на четвереньки. Упор. Ноги, руки. И поехали. 20 раз. Правая рука, левая нога. Левая рука, правая нога. Поднимаем. Удерживаем. На секундочку опускаем. Поднимаем. Выдох. Опускаем вдох. Поехали. Голову не поднимай. Так, не знаю, сколько я сделала, то я когда ля-ля-ля, могу ошибиться. Фух, улыбаемся. Перерывчики между упражнениями. Отдышитесь, но все равно не делайте большие перерывы. Это плохо. Так, упражнение номер три. Очень хорошее упражнение, опять же, для спины, для шеи и для пресса. Опять же, становимся на четвереньки. Точно так же втягиваем ваши животики. Спину не округляем, спина ровная. И поехали. Так, правая рука, левая нога. Подняли. И делаем как бы скручивание. Десять раз сделали, отдохните, потянитесь чуть-чуть, вернитесь в исходное и сделайте на вторую ручку. Вытянули ножку, ручку и поехали. Спину не сгибаем. Хорошо так. Разогревайся. Так. Шпаргалка дальше. Так. Что-то я тут написала, ладно. Будем делать по памяти. Уже сделали. Ложимся. Ой. Фух, легли на животике. Руки вытянули вперед, голова опущена, голову не поднимаем, шею не поднимаем, поочередно рука-нога, правая рука, левая нога и так и наоборот. Поехали. Сделали. Опять же, потянулись. Делаем все в удовольствие. Включаем музыку хорошую, любимую. Фух, так. Чуть-чуть передохнем, сделаем упражнение сейчас полегче. Очень хорошо упражнение от жировых складочек на спине. Убираем наши
нелюбимые складочки. Ну, если бы они еще убирались все время. Легли и погнали. Посмотрели и передохнули чуть-чуть, набрали сил. И хорошее упражнение для мышц груди и спины. Кстати, на следующей тренировке обязательно обзаведитесь гантелями. Я думаю, у всех они завалялись где-то в кладовках. Ставим. Спина ровная, планочка у нас. Постояли и поехали. Поочередно ручками 40 раз. Дышим равномерно. Фух. Отдохнули. О, хорошее упражнение. Так, возвращаемся назад. Еще мы не доделали одно упражнение, пропустили, я вспомнила. Тоже очень хорошее упражнение для... Сейчас. Для позвоночника, осанки. В общем, для всего тела. Поехали. Голову не подгибаем тоже. Руки не просто сгибаем, а как будто тянем трос. Делайте то, сколько сможет. Начните с 5, потом 10. Потом, если вам тяжело, хотя бы просто поднимайте поочередно, научитесь ноги поднимать. Потом просто руки. В общем, что-нибудь делайте. Все получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Как говорится, через силу мы и боль убираем эту хворь. Это я про спинку. Поясницу. Так что подняли. Ничего страшного. Сначала тяжело, потом хорошо. Так, сделали. Так, складку сделали. Можно на животе поочередно сделали. Остальные 4. Сделали, сделали. Поднятие отжимания с поднятием колен не сделали. Поднятие ног с отведением планка поочередно к рукам. Из положения зародыш. Ага, зародыш мы еще не сделали. И не сделали мы отжимания. Так что мы сначала сделаем зародыш или отжимания. Давайте сделаем отжимания. Так, отжимания. Кто не может с одного колена, отжимаемся с двух. Кто может вообще с ног, отжимаемся с колен вот так вот. И поехали.
Это кто так? Кому уже полегче? Полегче. Кто может так? Можем с поднятием одной ножки. Подняли ножку и отжимаемся. Раз. Поменяли ножку. Два. Поменяли ножку. Три. Поменяли. И дышим. Потянулись. Дышим, дышим, останавливаем дыхание. Так, что бы нам сделать сначала? Отжались. Пока восстанавливаем дыхание, покажу очень хорошее упражнение для позвоночника. Вообще. Всегда делайте его даже просто делайте. Кошечка. Женя, кошечка, не знаю. Ну, собачка, кошечка, не важно. Выдох, вдох, округляем спину. Чувствуем спинку нашу, тянем ее повыше, прогибаем. Так, восстановили наше дыхание чуть-чуть. И приступаем к подъему ножек. К подъему ножек, ножек, ножек. Сейчас покажу. Если вам тяжело, вы разъезжаетесь и не можете устоять на полу, облокотитесь в стенку руками, ну, если вы едете. Или если у вас есть такой коврик, отлично. Так, погнали. Опять же планка, дышим. Пытаемся все втянуть, что даже не втягивается, поехали. Еду, еду. Главное не выворачивайте ногу. Нога должна смотреть вниз. Не важно, как вы делаете. Это уже со складки, с планки. Все время нога смотрит вниз. То есть не выворачиваем ногу. Хорошее такое упражнение. Я буквально его только недавно. Мне тяжело вообще делать планки с шеей. Я вам без музыки. Не, ну я вам так чуть-чуть наложу, конечно. Музычку. Так. Что у нас тут еще осталось? В нашем списке. Дело на сегодня. Ой, ёперный театр. Поднятие ног с отведением груди. Понятно. Ну, чтобы остановить дыхание, мы сейчас просто помашем ножками. Правильно? И тоже хорошо. Чуть-чуть подвинем, чтобы зеркало не выбить. Так. Это легкое упражнение, так что не переживайте. Мы как бы в зародыш возвращаемся в позу. И потом, когда возвращаемся, поднимаем ногу. И дышим. Выдох.
ластиками. Улыбаемся, что-то делаем, у всех не получается, у всех у нас, как я говорю, оправдание, лень, наследственность, гормональные нарушения. Не хватает каких-то гормонов. Но мы будем испытывать и проверять все на себе. Все будем проверять на себе. Если я знаю, что я уже 11 дней правильно питаюсь, тренируюсь уже 2 месяца или 3. Ну тогда не судьба. Тогда вы будете знать, что никакие чудо-диеты вообще, все это вранье, потому что даже если вы сбросите, он к вам вернется вдвойне. Запомните. Так, 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 так. Ну, ребятушки, собрались. У нас осталось самое серьезное упражнение, которое нужно, наверное, было делать в начале. Ну, ничего страшного. Сейчас мы все попробуем с вами. Главное, не забить. Вы должны его помнить. Подтягиваем ножку, выводим назад. Так, поехали. Сейчас я попробую какую-нибудь заводящуюся музыку найти. Хорошо так. О, it's my life. И гантельки. Готовим гантельки. Будет скоро упражнение с гантельками. Так. It's my life. Я делаю музыку, потому что мне нужен встряска. Нет, смайла, что не заводит. О, вот это сейчас точно. Погнали, через силу. Подтянули ногу. Подняли наверх. Поставили. Подтянули ногу. Подняли наверх. Поставили. Поехали. Наушники разрядились. Ваня шалит. Да. Классненько. Все. На сегодня вы все свободны. И я тоже. Так. Ух. Потянитесь. Подышите, порастягивайте мышцы, потяните вообще. Растяжка в конце тоже обязательно. Так, что-то я хотела еще сказать. Тянемся, тянемся. Говорю, если вы не подписаны на канал, подписываемся. Обязательно нажимаем класс или не класс. И обязательно пишем комментарий. Обязательные условия этой программы. Тогда я буду знать, что у нас с вами взаимодействие, связь. А если без комментариев, без лайков, без дизлайков, какая же это связь? Какая же это связь? Фух. Вообще еще очень хорошее упражнение для спины, шеи и позвоночника. Планки. Но я в них вообще практически не могу стоять сейчас. Но долгое время, я имею в виду. Я когда становлюсь, меня прям трясет, только трясет не там, где надо, а трясет шею, замыкает, в общем. Но я все равно стараюсь, поэтому сейчас быстренько вам покажу несколько видов планок. А так есть приложение в Play, Google Play или где-то там. Скачайте 30 дней планки, вы научитесь и будете сами делать суперское. Ну, а я вам покажу так, как всегда, планки у нас
Какие бывают? Такая планочка. Раз. Потом такая планочка. Раз. Потом такая планочка. Можно ноги кто так ставит, кто вот так. И мы такие красивые, открытое небо, солнце, море. Ух. И на другую соответственно.